американских налогоплательщиков накрылся медным тазом, но часть ракет уже отгружена. Умники из разведки считают, что их отправили на корабль, стоящий в доках. Чего мы не знаем, так это куда их повезут дальше. В общем, мне пора подышать морским воздухом. Ну и дыра. За каким хером меня занесло в Джерси? Здравствуй, мир. Здравствуй, друг. Неведомственная охрана. Соскучились, курвы? Полная херня, адмирал. Твоя разведка все просрала. Ракеты уходят по суше, а не морем. Эти курвины дети грузят их на поезд. Иисусе, ты успеваешь их перехватить? Если вещать перестанешь. Поцелуй мои большие пятки. Я тебе их специально для этого в глотку засуну.
Господи, мать твою! Лучше быть дохлым, чем красным, упыри. Господи! Ёбаные твари! Грёбаные красные ублюдки! Адмирал, поезд загружен. Я поехал. Будь осторожен, Марсинка. Ладно, ладно. Как скажешь. Шипел, шипел. И потише там, забияка. Нам шумиха в газетах не нужна. Считай, жизнь пролетела зря, если не...